Депутат – человек, стоящий на защите интересов жителей. Так этот статус определил для себя Артур Каримов. Заняв пост муниципального парламентария, он в буквальном смысле 24 часа в сутки находится на связи с горожанами. Мобильный телефон разрывается от звонков и сообщений. Кто-то просит о помощи, а кто-то благодарит за оказанную поддержку. Действительно, я сейчас увидел то, что есть депутаты, которые работают и которые действительно вместе с народом. За прошедший 2022 год удалось выполнить немало наказов от горожан. По просьбе жителей Артур Каримов контролировал реализацию народных программ на территории округа, ремонт дорог, а также реконструкцию спортивного комплекса «Родина». Они сейчас рады и выражают большую благодарность за то, что это все благоустроено. Мы совместно с командой губернатора очень многие вопросы решаем. Наши жители уже выражают огромную благодарность на сегодняшний день. То, что мы слышим их, слушаем, это один из постулатов нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева – слышать и слушать. Одна из задач, которую в самом начале своей депутатской карьеры поставил перед собой Артур Каримов – помощь малоимущим, многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Я хочу сказать, что благодарности мало выразить в словах, потому что то, что он делает для семей, для детей, сирот и для того контингента, с кем мы работаем, вот это очень много значит и дорого стоит, потому что по любому вопросу, по которому мы бы не обращались, он всегда откликался, находил время и помогал нам. За плечами Артура Каримова помощь международного масштаба. Сначала специальной военной операции. Он и его команда не раз отправлялись на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Мирным жителям отвозили теплые вещи, нескоропортящиеся продукты, детские игрушки. Военным – дополнительную экипировку и предметы полевого быта. 16 наборов вот таких. Фонарики это наложено для командиров. Поездки в зону СВО продолжаются и сегодня. На вопрос, как удается все совмещать, Артур Каримов отвечает: это лишь вопрос приоритетов. Если правильно их расставить, то времени и сил хватит на все. После отчета перед жителями, говорит депутат, получил заряд работать еще более продуктивно. Получил от жителей обратную связь. Это очень радует, потому что жители должны говорить, не молчать. И сегодня была небольшая критика где-то разговоры о недочетах. Но, тем не менее, жители довольны нашей новой командой, которая сегодня выполняет все наказы наших избирателей. За прошедший год Артур Каримов провел 43 встречи с жителями, принял у себя 172 человека и помог в решении 168 важных вопросов. На сегодняшний день под пристальным контролем находятся 4 вопроса, связанных с благоустройством округа, жилищно-коммунальной и социальной сферой жизни города.